Всем приветик, снова с вами я, Игорь Кавейпер, и у нас сегодня на обзоре бокс-мод от производителя Augway под названием Друга Фокси. Давайте познакомимся с ним поближе. Бокс-мод приходит в черной картонной коробочке. Сразу нас встречает сам Друга Фокси и инструкция. Все, в упаковке больше ничего нету. Перед тем, как мы познакомимся с Фокси более подробно, я зачитаю вам технические характеристики. Материал: цинковый сплав и пластик. Питание: два аккумулятора формата 18650. Размеры: высота 93,5 мм, ширина 48 мм и толщина 27,5 мм. Поддерживаемое сопротивление от 0,5 до 3 Ом. Выходная мощность от 5 до 150 Вт. Диапазон напряжения от 0,5 до 6,5 Вольт. Пиковая сила тока 45 ампер, вес 218 грамм, цветовая гамма, ганметалл и стальной. На верхней части нас встречает стальной коннектор с подпружиненным пином. Сама площадка рассчитана под баки диаметром 24 мм. При установленном 25 баке еще есть немного места, как вы заметили. Так что 25 баки будут чувствовать себя вполне уверенно на бокс-моде. И подошли мы к самому интересному. Инновация от Augway. Теперь у вас есть возможность просто накручивать и скручивать бак. И быстрая фиксация и извлечение. Нажимаем на боковую кнопку. Устанавливаем бак, отпускаем, делаем пол оборота, готово. Также и снимаем бак, нажимаем на кнопку, делаем пол оборота, бак в руке. Как это происходит, показываю. Надавливаем опять на кнопку, часть резьбы уходит в сторону. Отпускаем, резьба возвращается на место. Вот таким образом и фиксируется бак в коннекторе. Мне понравилась вся конструкция. По бокам с одной стороны находится кнопочка Fire, с другой стороны кнопка замка коннектора. На нижней части надпись Augway Foxy, сертификаты и 5 сквозных отверстий для вывода газов. На лицевой части находится панелька с окошком. Через нее видно сам экранчик. Под ней находятся кнопки минус и плюс. Чуть ниже экран и много всяких разных формул. Это если вы забыли школьную программу, бокс-мод вам все напомнит. Школьники, только я вас прошу, не покупайте его как шпаргалку. На тыльной части расположилась крышечка аккумуляторного отсека. Внутри находятся два подпружиненных контакта, два обычных и ленточка для помощи в извлечении аккумуляторов из бокс-мода. В данный момент бокс-мод включен. Пробежимся по настройкам. В нем есть только два режима. Это вариватт и варивольт. Как можно перейти с одного режима в другой? Нажимаем кнопку плюс и минус, удерживаем. Вот варивольт. Переходим опять в вариватт. В варивате на экране отражается сопротивление, мощность, которую можно регулировать кнопками плюс и минус, и иконка аккумуляторной батареи. При нажатой кнопке Fire вместо мощности появляются цифры времени последней затяжки. Переходим в варивольт.
В револьте на экране отражается сопротивление, вольтаж, который можно листать кнопочками минус и плюс, и иконка аккумуляторной батареи. При нажатой кнопке Fire вольтаж пропадает, появляются цифры последней затяжки. Переходим опять в VariWatt, и Box Mode отключается пятикратным нажатием на кнопку Fire. System Off. Box Mode выключен. Все, по менюшке мы пробежались. Ничего здесь нету сложного и трудного. Все легко и просто. Только VariWatt и VariVolt. Ребята с компании Augway в очередной раз меня порадовали своей новинкой. Box Mode получился хорошим и качественным. Начнем с того, что мне понравилось. Это качественная сборка, нигде ничего не шатается, все хорошо прикручено, отлично подогнаны все детали. В руке лежит как монолитный. Второе, это хороший и качественный материал. Металл толстый, это ощущается по весу Box Mode. И ты прекрасно понимаешь, что в вашей руке находится не игрушка, а качественная вещь. Производитель не пожлобился на металл. Третье. Понравилось наличие съемной панельки на лицевой части. Она оберегает от повреждений, естественно, кнопки и экран. Защищает от попадания пыли. Не дай бог воды. Мало ли, парите вы на улице, пошел дождь, попали капли. А при наличии панельки этого не случится. Практично. Практично, хотя уже многие ребята и облили панельку грязью. Вот зачем она нужна. Я каждый раз буду открывать ее, чтобы отрегулировать мощность. Тра-та-та, ля-ля-ля. Вот неужели вы так часто меняете мощность, чтобы впадло было снимать несколько граммовую панельку? Это или же тупые придирки к чему-то новому, или же пятитонная лень. Это мое мнение. Четвертое, это возможность быстрой фиксации бака и быстрого извлечения его из коннектора. В этом пункте все такие же фразы, как и с панелькой на лицевой части. Нафиг нужно, придумали фигню, будет срывать резьбу на баке. Скажу кратко и четко. Нужно все делать со включенной головой и с умом. Тогда ничего не сорвется. Не устраивает вас сия инновация? Пожалуйста, устанавливайте бак как и обычно. Накручивайте и скручивайте. Хорошо работающая плата. Очень быстрый отзыв на кнопку Fire. Прямо моментальный. Только нажимаешь сразу навал. То, что плата обрезанная, мне все равно. Я пользуюсь только вариком. Ну да, могу еще варивольтом. В принципе, меня все устраивает. Плате однозначно зачет. И к чему можно придраться? Мне лично все равно, а многим не понравится. Отсутствие микро-USB. Зарядка аккумуляторов, на мой взгляд, самое главное. Одни люди хотят купить его как первый Box Mode, вторые не хотят тратить деньги на зарядное устройство. Очень прекрасно их понимают. Почему производитель так поступил и не реализовал такую возможность в моде, я не понимаю. Таким поступком они отвернули от своего продукта многих людей. И это прискорбно очень. Второе. Так как мы стараемся рассматривать все детали объективно, скажу. Будут оставаться отпечатки на глянцевой поверхности. Есть люди-придиры, которые относятся к всему нюансу щепетильно. Меня не раздражает. Главное, чтобы Box Mode хорошо работал. Третье и последнее, что мне, скажем так, не понравилось, к чему я придрался, это маленький размер экрана. Сделали бы немного побольше. Хотя всю информацию я вижу прекрасно.
Окей, медленно, но уверенно мы подошли вплотную к стоимости. В ихнем магазине на Алиэкспрессе цена раньше составляла 92,84. На данный момент цена составляет 48,28. На Фасте он отсутствует, на Gearbest'е тоже, странно, конечно. На вейп-сорсинге цена составляет $60.90, но в данный момент в наличии только Gunmetal. И как вы видите, самая маленькая цена в ихнем магазине на Алиэкспрессе 48.28. А покупать себе друга Фокси или нет, выбор остается только за вами. Сегодня у нас в гостях был бокс-мод от производителя Augway под названием «Друга Фокси». Хочу выразить огромную благодарность производителю Augway за предоставленный мне образец. С вами был я, Игорь К. Вейпер. Пока-пока!